Привет, сегодня я снимаю неделю влогов, и сегодня день первый. Вот, Ариша у нас лежит здесь в талюльке, так как это ее кроватка типа считается так. Вот, она лежит, играет со своими игрушечками. Я недавно пришла со школы, и она одета вот в таком костюмчике, то есть это ее пижамка такая вот. Вот, ну сейчас мы пойдем на кухню кушать. Ариша мне добивает молочко уже, вот, и я ее кормлю два раза, то есть сначала я кормлю ее молоком, как обычно-то, вот, и также кормлю ее кашей, пюрешкой, либо еще чем-нибудь, вот. Она смотрит Свинку Пеппу, так как это их любимый мультик, вот, и мы уже допиваем молочко, да, Ариша? И будем кушать фрутоняню. Вот такую вот сейчас вам покажу. Вот. Я думаю, вы видели видео, как мы их делали. Вот они мне до сих пор хранятся. Я ими так и не пользовалась. Вот. Ну, вообще они вечные. Вот. Ну что, сейчас Ариша пока мультик посмотрит. Перелью все в такую баночку от Gerber. Вот такая вот у нас пюрешка. Все с ней в порядке. Я много не буду делать, она все равно всем съедает. Там достаточно. Я уже Аришеньку одела. Ну, то есть, слюнявчик одела. Вот. У нас тут сок. Яблочный. Налила только что. Вот. И также мы будем кушать пюрешку, как я уже и сказала, и смотреть Свинку Пеппу. Вот. Ришенька у меня сидит в своей люлечке, так скажем. Да. Ну, в принципе, Ариша уже съела очень достаточно много. Тут уже ничего не осталось, на самом деле. Сейчас я ей дам попить. И вытеру ротик. Правда, сок Ариша что-то не полюбила. Вот мы до сих пор сидим, смотрим Свинку Пеппу уже как минут так 40, наверное. Там, по-моему, 43 минуты. Досматриваем последнюю серию. И сейчас пойдем в комнату. Вот такой вот у нас полноценный был обед. Да? Слюнявчик мы испачкали. По идее, я не должна была его одевать. Он у нас для такого чего-нибудь, ну, чтобы молочко попить, там, одеть.
А тут что-то я не то-то делала, но не стала уже в комнату идти. А мы в итоге вообще запачкали. Вот такие вот пятнышки остались. Ну что ж, пошли тоже в комнату. Долго мы тут засиделись. Вот. Вот Иришенька у меня тут играется в игрушечки. Ну, а я делаю уроки уже, наверное, как час целый. Вот Ириша у нас тут играется. Ее, наверное, пора бы спать уже положить, так как она днем не спала у меня. Вот. Иначе будет капризничать, да? Такая Юлечка такая маленькая. Вот. Ну, я пока делаю уроки. И пока не знаю потом, что будем еще делать.